В минувшие выходные в Брест пришла снежная зима. Улицы и дороги мгновенно оказались под белым покрывалом. Остановки и тротуары превратились в пристанище для снежных сугробов, а крещенские морозы гармонично вписались в зимний пейзаж. Однако такая погода не застала работников коммунальной службы города врасплох. Работа спорилась в выходные и продолжается сегодня. Единственное, что мешает качественно освобождать транспортные и пешеходные артерии города от снежных покровов – автомобили, стоящие на обочинах дорог. Снегоуборочной технике мешают это те автомобили, которые припаркованы неправильно или припаркованы на длительное время. И почистить невозможно, и проехать невозможно. Это особенно цель города 17 сентября, советских пограничников. Излюбленным местом подснежников, как назло, становятся узкие улицы Гоголя и Дзержинского, Воровского и Белова, Карла Маркса и советских пограничников. Владельцам железных коней не доходит по неизвестным причинам, что снегоуборочной технике, которая работает круглосуточно, в том числе и ночью, приходится работать в экстремальных условиях из-за заброшенных машин, что, мягко говоря, не очень удобно. Сотрудники госавтоинспекции предупреждают всех владельцев транспортных средств не оставлять свои авто на проезжей части, иначе можете утром и даже днем оказаться без четырехколесного друга. Водитель должен помнить и знать, самое главное, не оставлять транспортные средства вдоль проезжей части, не мешать снегоуборочной технике коммунальным службам. В противном случае, если ваш автомобиль даже стоит без нарушения правил дорожного движения, но он мешает снегоуборочной технике, он будет сотрудниками ГАИ эвакуироваться, либо переставляться на противоположную сторону. Самое главное, проявляем взаимовежливость, взаимопонимание и не нарушаем правила дорожного движения. Аналогичную картину можно наблюдать и во дворах, на территории которых припорошенные снегом автомобили не редкость. Такие стоящие в сугробах подснежники мешают сотрудникам коммунальных служб расчищать территорию и по большому счету занимают свободные места. Поэтому во избежание эвакуации автомобиля следите, чтобы ваше транспортное средство не стало в прямом смысле камнем преткновения для тех, кто делает наш город чище, а значит красивее.